Новый год – один из самых любимых праздников. Праздник детства, праздник волшебства. Предновогодняя суета кружит всем голову. Все как будто ждут перемен и, как правило, чудес. И они случаются. Мы решили взять хороший пример с ижевских предпринимателей, где они для детей, которые находятся во временных трудностях, создали елочку в Кида на 400 человек. Мы приняли эстафету и делаем елочку у себя в революционном центре города Воткинска для таких же деток. Сегодня мы им покажем и шоу мыльных пузырей, и волшебника, и подарки подарим, чаепитие им сделаем. Конечно же, дискотеку, Дедушка Мороза и много конкурсов, чтобы детки почувствовали любовь к себе и не безразличие. На сегодняшний день в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Воткинска на попечении находится 27 детей в возрасте от 3 до 18 лет. 27 декабря воспитанники собрались все дружно в актовом зале. Смешные и милые Маша и Медведь встречали детей. Смешили, играли и знакомились с каждым. Шоу мыльных пузырей не оставили никого равнодушным. Дети с восторгом и замиранием сердца наблюдали за волшебством, происходящим у них на глазах. А сейчас, Сережа, я попрошу тебя немножко подуй так. Прямо перед собой. Посмотрим. Скромняга Снеговик и задорные Маша и Медведь провели множество игр-конкурсов для ребят. Ну и, конечно же, какой новогодний праздник без главных героев Снегурочки и Деда Мороза. Все дети танцевали вместе со сказочными персонажами, водили хоровод и помогли Деду Морозу зажечь огни на елке. Мы очень благодарны, что к нам такое очень внимание. Мы рады этому, и дети особенно. У нас проходила елка. У нас детей везут в Ижевск на елку, в театр в Ижевск, в драмтеатр их везут, так, ну, в кино, да. То есть насыщенная программа новогодних. Да, конечно. Дети едут в лагерь у нас отдыхать. Программа на новогодние праздники детям нашим обеспечена. Детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, важно, чтобы окружающие люди были понимающими и заботливыми. Это подбадривает и окрыляет, позволяет ощутить себя нужными и любимыми. Поэтому очень радует, что в нашем городе есть замечательные люди, готовые прийти к ним с добрыми словами, подарками, принести ребятам радость и поделиться теплом своих сердец. Это только начало. В планах в дальнейшем укрепляться, растить совет предпринимателей и добрые дела. Фокусы, волшебство, подарки и довольные лица детей. Именно такой была цель у предпринимателей Воткинска – подарить детям надежду в чудо. Елена Рудакова, Дмитрий Наговицын, Воткинске.